Скажи, будь ласка, як команда готувалася до останнього матчу у сезоні? Готувалися там примерно в запланированном, как и всегда, режиме, как и ко всем играм. Просто было больше у нас, скажем так, промежуток. Там 11 дней мы сыграли там товарищескую игру между собой, двухсторонку. Вот. И также, как и ко всем играм, подходили к этой. Ще остання гра і вже відпустка. Який настрій в зв'язку з цим панує в колективі? Хорошее настроение, потому что мы уже выполнили задачу, поэтому все в хорошем настроении будут, скажем так, выходить на эту игру и уходить в отпуск. Проблем с мотивацией не будет, адже задача выполнена будет? Да нет, я не думаю, что будет проблема, потому что мы футболисты, и каждый хочет показать себя и добиться положительного результата, тем более придут наши болельщики при своем стадионе, как бы, скажем так, мы должны победить. Твоя кохана будет тебя поддерживать завтра? Конечно.